Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. С момента последней записи прошел день, и я по многочисленным просьбам поставил английскую озвучку с русским текстом. Короче говоря, основные сюжетные перипетии здесь раскрываются посредством комиксов. В комиксах у нас как бы по-русски все написано. Небольшие комментарии Макса по ходу игры я постараюсь переводить, если будет что-то интересное. Но как бы там ни было, давайте продолжать. Мы все так же находимся в этом нехорошем месте. Давайте разбираться. Так, что тут нужно делать? Надо вспоминать маленько. Я отвык. Опять отвык. Так, где выход вообще? А, вот. Нет. Я что-то я запутался. А, вот дверь. Ресторан. Закрыто, к сожалению. Бар. Хотя бы в бар зайдем. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, kid, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Хватит сосать карамельку. Rico Muerte, big time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Так, прячемся. Так. Ой, сколько вас тут. Ребята. Ой, ребята, я вам не рад. Блин, я забыл, сейчас меня убьют, да. Блин, все жизни потратил, пока вспоминал. Все забываю, что здесь нужно пользоваться. Да блин, меня баба убил. Все забываю, что здесь надо пользоваться замедлением как можно больше. Ну да ладно. Так, сейчас я возьму, пожалуй, лучше. Давайте возьмем пару берет. Я думаю, в данном конкретном случае это будет лучше. Блин, что я все время дверь не могу найти? Блин, сложная игра. Крайне непростая. Так, вот тут сохранимся сейчас, потому что мало ли чего. Так, это мы пока пропустим. И... Так, блин, да ты хорош меня стрелять, женщина! Давайте отступим, сейчас опять толпа набежит это. Ой, блин, какой кошмар. Раз уж мы сюда дошли, вот, вот что нам нужно. Хорошо. Так, там пока никто не ломится, давайте восполним здоровье, да сохранимся. Сейчас нам нужно эту сосучку убить, за то, что она такая падшая. Блин, она та все? Так, сейчас мы ей дадим подарочек. Оп! Ты смотри. Живая, что ли? Нате еще одно. На конфетку. Да. Макс Пейн суров. Макс Пейн, тот еще засранец. Так, что у нас здесь есть? Чем можно поживиться? Похоже, ничем. Мы сохраняемся. Почаще сохраняемся вообще. И в погоню за этим. Ой-ой-ой. Так, похоже, это... Блин, ты посмотри, что-то сегодня серия какая-то сплошь состоит из смертей. Так. Штаны спущены. Да харе, уходи. Я тебя, похоже, пока не могу убить. Добрый день. Так, сейчас там его подружки побегут, наверное. Так. Ой, сколько народу. Ой, сколько народу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо, отступаем. Сейчас сюда побежит товарищ. Ой, блин, ты сколько... О, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Так, ладно. Все, ребята, отбегались. Хорошо. Теперь у нас есть Инграм. Мы подобрали с этого любителя минета.
Так, вроде никого нет. Сохраняемся. Вообще как-то с оригинальной озвучкой игра сразу заиграла новыми красками. Все стало восприниматься гораздо лучше. Это меня радует. Еще меня радует то, что... The antique switchboard was still in use. Короче, он сказал, что вот это все еще работает. Еще меня радует, что вы так быстро откликнулись, что вам именно нужна английская озвучка. Это меня порадовало, потому что я сам поклонник оригинальной озвучки. Но раз вам так лучше, то и мне, соответственно, тоже. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area. Kind of made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Cornelius, this makes pain. The game started capitalist. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Насколько лучше голос оригинального Макс Пейна, чем голос этого 50-летнего старикана? Я просто удивляюсь. Так. Кстати говоря, Винни Гатини, по-моему, озвучил тот же самый человек. Тот же самый человек, что озвучивал, как его звали, в Алане Вейке, друга Алана. Я что-то даже уже забыл. Памятник к черту. Так, тут у нас в сортире никто не отдыхает. Вроде нет. Конечно, засранные такие туалеты, блин. В этом весь Макс Пейн, тут все грязное. Ты, говорит, посмел забрать мои деньги, ты знаешь, с кем связываешься, нет? Такой психопат. И расстрелял, короче говоря, одна рука у бандита. Так, все, Инграм, все? Ой, тихо. Да ты посмотри, эти дробины-то. Чуть полбашки не оторвал, а ты еще живой. Так, хорошо, тут у нас небольшое казино, похоже. Ладно. Туда нам, похоже, и нужно идти. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Просто небольшой такой, типа мини-бара. Так, сохраняемся. Да сейчас что-то будет, по-моему. Что-то я помню такое. Сейчас я, по-моему, спрыгну вниз, и пойдет страшная мяснина. Я даже не знаю, что мне взять. Ой, так. Давай, давай, брателла. Ой, со спины еще. Да, как я и говорил, мяснина просто страшная. У меня даже аптечек нет. Фу. Неужто выжил? Смотрите, как он расстроен. Так, блин, Макс, что-то совсем хромаешь. Кстати говоря, мне больше всего из кинофильмов... напоминает именно игру Макс Пейн, фильм с Мелом Гибсоном, «Расплата» называется. А вот по поводу экранизации собственной игры я ничего хорошего не могу сказать. Это такой шлак, это просто, по-моему, одна из худших экранизаций из тех, что возможно. Я смотрел с плохо скрываемым презрением. Так, нам сейчас нужно обратно сюда нажать кнопку и выбираться. Все, зачистили мы, можно сказать, помещение. Все, валим отсюда. Глава 5. Вместо нас заговорят пушки. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart.
Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Водка. Номер водка. Ладно, хоть не балалайка. Exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be before the explosive makeover. Он сказал, что Джек Лупино был на верхнем этаже этого здания, нам сейчас туда и нужно идти. Хорошо. Жизнь у меня, конечно, вообще смешное количество. I don't know about this. Quit worrying, man. Think of it as Christmas. The Russians always said. Hey! Так, отлично. Убили местных быков. Конечно, один патрон остался. Ну да ладно. В принципе, дробовик здесь, вот я часто ругаю игры за то, что там хреновые... Так, подожди. А, все, я взял его. Что там хреновые дробовики. В данной игре дробовик что надо. Это меня радует. Похоже, ломбард какой-то. Давайте проникать внутрь. Ага, проникать внутрь. Внутрь мы, похоже, не проникнем отсюда. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Похоже, апартамент. Как раз где бомба сработала, тоже закрыто. Так, ладно. Ищем пути подхода. Так, может в этой подворотне что? Нет. Как видите, прохождение практически слепое, потому что я вообще не помню эту игру, что да как тут, что как делать, поэтому... The headlines were a depressing read. Заголовки на газетах имели депрессивный настрой. Я, конечно, плохо сформулировал, но вы поняли. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Да, у Макса, как обычно, все крайне плохо. Такой уж персонаж, такой уж жанр. Нуар, как правило, обязывает. Ой-ё, хорошая встреча. Так, ладно, там три человека. Что мне нужно взять такое, чтобы всех их сразу быстро убить? Конечно же, коктейль Молотова. Блин, у меня со здоровьем вообще проблема. Добрый день! Блин, не очень хорошо получилось. Хе-хе-хе. Гори-гори, моя звезда. Ой, блин, да что? Что ж такое, мать вашу? Так, как же мне вас убить? Все, отлично. Сохраняемся быстрее. Блин, мне нужно здоровье, по-любому. Я, скорее всего, там в ломбарде где-то пропустил. Потому что я крайне невнимательный. Это очень многих раздражает. Ну, что я могу поделать? Я такой. Попробуйте как-нибудь сами. Покомментируйте, поиграть. Очень много открытий чудных для себя сделаете. Что на разговор приходится отвлекаться. Так, что-то мне эти коридоры не нравятся. Сразу вспоминается край эфир.
Надеюсь, здесь никакие бабайки не полезут. Подожди, ты живой, что ли? Да, блин, у меня вообще осталось пол головы. Ну ладно, пофигу. Сохраняемся. Макс уже такой сукаризный ходит. Совсем ему что-то нехорошо. Надо было этих наркоманов вообще, наверное, не трогать просто. Да ладно. Хардкор! Тихо. The whole building was rigged with explosives. Так, назад пути нет. Тут тоже, видимо, вот так. Нет, видимо... А, я понял, что делать, понял. Все, хорошо, так. Простите мне это. Техническую накладку. Так, все. Хорошо. Дверь мы таким образом открыли. Блин, да чё дробовик ты? The whole building was rigged with explosives. Дробовик что-то только похвалил. Я, как правило, похвалю оружие, оно сразу начинает меня разочаровывать. Так, это наркоманы? Ладно, пусть пока тусует. Конечно, сейчас, если стрельба начнется, они быстренько подбегут ко мне, чтобы пустить мне пулю в спину. Но вообще... Пусть себе торчат. Так, тихо. Добрый день! Ой, блин. Надо было сначала опустить кнопку, а потом уже, чтобы головой не биться об стену. Так, ладно. Так, у нас подъем. Наконец-то мы из подвала выходим. Да шо ж ты не сдох-то? Не понимаю временами. Да ладно. Так, давайте обыщем ящички. Они вообще не открываются. A beaten up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooten. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Так, полиция прибыла, надо поспешить. Добрый день! Ой! О, ёлки-палки, чё-то... Вашу мать, чё творится? Тут натурально штурм пошел уже, похоже. Так, ладно. Если вы слышите... Блин, я Ингрэм использовал. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gogniti was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left, and they could be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing he could count on, you push a man too far, and sooner or later he'd start pushing back. С кишечником. Идиоты. Переводчики. Так, сюда SWAT приехал, надо валить. Надо валить. Пока они дверь не выбили. The door was locked. I'd need a key to get through. Так, нужен ключ. Видимо, ключ здесь, я его упустил, что ли? Тихо-тихо, ребята, тихо-тихо-тихо. Возможно, он там. There's a key on the shelf.
Хорошо, ключ мы взяли. Сейчас восстановится здоровье. Давайте-ка проскользнем, чтобы нас спецназ это не пристрелил. Валим. Хорошо. Ну все, Винни, держись. Ой, 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 ой. Совсем дурак, что ли? С ума сошел. Блин, да успел зацепить, а? Ну что же за люди такие? Вообще так непривычно играть без каких-либо аптечек. Ой, вернее, без восстановления здоровья, без регенерации. Раны на теле не зарастают. Приходится использовать аптечки. В свете последних игр это как-то воспринимается, надо сказать. Свежо даже, что удивительно. Так, ладно. По крайней мере, у нас со здоровьем полный порядок. Даже аптечки есть. Что при моей игре так вовсе удивительно. Тихо. Что-то в доме вообще кошмар какой-то идет. Наверх пути нет. Так, я тут перепрыгну, нет? Тихо, тихо, тихо. О, назад пути нет. Два в минус, третий сейчас вылезет. Ну ладно, хорошо. Насколько я понял, вот эта полоска замедления, она восстанавливается, когда кого-то убиваешь. Если все правильно понимаю. Нифига не помню. Так, нам похоже на балкон. Что у нас тут еще есть? Спальня. И аптечка. Отлично. Давайте парочек сразу съедим. Макс на таблетках сидит, конечно, плотно. Так, а тут что? Трон, тоже неплохо. По крайней мере, погони не будет. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. Так, хорошо. Так, мне похоже вниз надо. Так, тут местные доходяги. Надеюсь, они не агрессивны. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Чтобы попасть на крышу, мне нужно было добраться до элеватора через эту дверь. До лифта, то есть. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. Макс Пейн сказал, что это пиццу доставили. На что тот ему ответил, что он первый раз видит этого паренька и посоветовал Максу валить. Так, что-то совсем темно. Торчки. Ой-ой-ой, сколько у вас тут ёлы-палы. Так, тихо-тихо. Так, все, уехали. Наркоманы уже там сагрились, похоже, да? Бежать, крыса. Ну что, как, спокойно, ребят? О, как тут темно.
Давайте что ли гамму прибавим, потому что YouTube сейчас вообще все затемнит по-страшному. Поэтому почему бы и нет. Назад. Так, хорошо. Надеюсь, теперь вам будет получше видно. Ой, куча тарчиков. Ой, тихо, тихо. Хорошо. Desert Eagle просто выручает на таких больших расстояниях. Так, понятно. Ничего видно, далеко не убежишь. No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, 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 the laundry. Yeah, I know him, yeah. Get me in there. Okay, okay, okay. Ты, говорит, один из тех парней с прачечной. Он, не-не-не, говорит, ну да, ты мне не нужен. А, да-да-да-да, прачечная, я тебя туда отведу. Так, сейчас нам нужно возвращаться с этим торчком. Здесь по дороге обратно у нас будет все более спокойно, чем по дороге вверх. Ну, вроде да. Так, не отставай давай, доходяга. Так, сохраняемся. Сейчас у нас будет что-то. It's me. Open up. Let me in quick. Not so fast. The password. John Woo. Пароль Джон кто? John Woo. Джон Woo. Right. Ну ладно. Заходи. Это ловушка, вон нас сдал сразу. Собственно, за это мы ему сейчас и прострелили мозг. Так, все отлично. Тут ребятки у нас играли, похоже. Картишки. Вот это пиво написано. За 3 бакса всего. А тут ничего так, довольно культурно даже. Довольно прилично. Так, сохраняемся. И, собственно, вот и лифт наш. Музыка такая. Голова, конечно, у Макса. Посмотрите, да, какая круглая. Так, ну и что? Давайте-ка, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей уже будем добивать, я думаю, Готини, потому что мы уже поднялись к нему на этаж, но время на данную серию истекло. Надеюсь, вам понравилось, потому что я получаю от этой игры просто несказанное какое-то удовольствие. Давненько я не играл в настолько хорошие шутеры. Это меня радует. Как бы там ни было, увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.